Всем привет, мои дорогие подписчики! Я рада вас приветствовать и сейчас снимаю небольшое такое видео. Хочу рассказать, в общем, сегодня 8 марта, праздничный день. Большое спасибо вам за поздравления и также поздравляю вас, передаю свои поздравления прекрасной половине человечества и желаю всем девушкам душевного тепла, красоты, любви, быть здоровыми и чтобы все у вас получалось так, как вы задумали. И сегодня, в общем, мы утром планировали поехать на прогулку в парк. Я очень хотела поехать в Павловский парк, покататься, но как-то мы что-то долго собирались. Дети рано встали, в 7 утра, ну, нам хотелось еще, конечно, поваляться там, пока они смотрели мультики. Мы, ну, как-то не спешили особо, ну, и потом за это поплатились. В общем, когда мы приехали в парк, ребенок наш младший уже хотел спать, и он засыпал, и от этого капризничал. В общем, ну, мы в воспитательных целях решили сесть в машину, потом видим, что истерика не прекращается, ребенок устал. Ну, и решили, ладно, все, тогда уезжаем, поехали в сторону дома, там где-нибудь покатаемся. Пока ехали, еще уснул второй ребенок. В общем, ну, мы решили, ладно, поедем, значит, домой. Жалко, конечно, мы уже доехали до парка, и хотелось туда пойти, но, увы, не получилось. Потому что со всеми утренними поздравлениями, в общем, туда-сюда. И представляете, что-то я была в комнате, муж на кухне, и слышу звонок в дверь, мы вроде так никого не ждали, в общем, муж открывает, такой приходит ко мне, говорит: «Наташа, для тебя доставка». Я такая: «Что?» В общем, мне прислали тортик, в общем, и непонятно от кого, то есть нас не предупреждали. И муж такой напрягся, такой: «Так, от кого?» Начинает думать, от кого это может быть, потому что никто не признавался. В общем, я говорю: «Да так, от поклонников». Подарки к празднику. В общем, потом мы, там был чек, и мы посмотрели номер телефона, и муж такой говорит: «А, так это от моих родителей». В общем, это родители сделали нам доставку такую к празднику. Кстати, очень вкусный тортик и со вкусвиллом. Медовик. Он очень нежный, похож на мой любимый торт из севера. Какой-то медовый лес или как-то так. В общем, мне нравится медовый, и там еще разные сухофрукты. У меня на фоне робот-пылесос ездит, так что будет шум слышно. Вот, а мы сейчас немножко такой, у нас домашний, у меня устала рука держать телефон. А еще, в общем, тоже все поздравления. Еще к нам там друзья заезжали, поздравляли. А мы планируем сейчас поехать еще в кино на «Поехавшую». Я когда смотрела «Чебурашку» в кинотеатре, вот сколько там, месяц назад, видела рекламу, мне очень понравился этот фильм, и тут что-то мама моя мне звонит, что, ну, хотите, типа, сходите с мужем вечером в кино, мы, мол, с детками посидим. Я такая: «Конечно». В общем, мы выбираемся в кино, ловим эту возможность, потому что, вот, и к вечеру у меня что-то как-то настроение получше стало, потому что утром вроде такое оно и праздничное, но пока там собираешься, суматоха, в общем. И то, что не удалось погулять, снег сегодня опять валит, такая погода странная. Вот, и тут тоже что-то мы покушали, пообедали, ну, отдыхаем. Ребенок младший в итоге спал дома еще. И муж такой вдруг ни с того ни с сего оделся, такой уходит. Я такая: «Куда ты?» Он говорит: «Мне надо выйти». Я такая: «Что? Что-то не так». И, в общем, пришел через полчаса где-то. Я говорю: «Где ты был? В общем, что такое?» А оказывается, в общем, он мне заказал подарок, и мы на самом деле не ждали этот подарок так рано. Но он пришел, представляете, сегодня, именно в праздник. Ну, и муж решил меня порадовать.
А что это за подарок, я вам сейчас скажу. Это стабилизатор для телефона. Да. И я на самом деле не знаю, как с ним и что еще делать. Будем разбираться, пробовать, потому что, в общем, чтобы телефон, камера не дрожала, в общем, мне эта вещь необходима. Так что буду разбираться и покажу вам свою новинку. В общем, я очень рада, так здорово. В общем, так. В общем, мы будем собираться. Спасибо всем за внимание. Хорошего вам дня и до новых встреч.